Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Это демонстрация бага iOS, который испортит ваш iPhone, iPad или iPod Touch. Мы настоятельно рекомендуем не повторять показанное в видео. Подтверждено, что установка даты на вашем устройстве с iOS на 1 января 1970 не позволит устройству загрузиться. Баг проявляется на устройствах с процессорами A7, A8, A8X, A9, A9X и работающих под iOS 9.2.1. Изменить дату можно из меню «Настройки», «Общие», «Даты и время». Нужно отключить настройку «Устанавливать автоматически». Теперь нужно прокрутить настройки до 1 января 1970 года. Понадобится несколько заходов, чтобы добраться до нужной даты. Если вы попробуете перезагрузить устройство путем выключения и включения, то устройство зависнет на загрузочном экране с логотипом Apple. Пока что не найдено программного решения для преодоления этого зависания. Даже режим DFU не поможет решить проблему. На настоящий момент единственное известное решение – это отнести устройство в Apple, чтобы специалист физически отключил батарею от платы. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, не ломайте свои телефоны. Увидимся!